Привет, Ютуб. Мы тут дошли до края королевства. Сейчас пойдем посмотрим вот прямо наверху на бошку жопки, которую мы нашли когда-то там. Потом сходим к скамейке, сохранимся и пойдем ковырять босса, потому что клинок мы уже прокачали, как ты уже знаешь, черт. Жирные мешают, передвигаются. Так, подожди, не туда или туда? Да в смысле? Да. Вот он. О, малыш, высоко лезешь. Ищешь знания этих земель? Эти пепельные земли есть могила черва. Говорят, однажды он пришел умирать. Но что смерть такому древнему существу? Сдается мне более перерождение. Это пропащее королевство есть плод творения того перерождения. Окей. В разум лучше не лезть. Так беспокойно. Довольно агрессивно. Окей. Эй, ты там моего хвоста, ты потревожил сон мой, но чувство это мне не претит. О, малыш, на тебе метка черва. Ты хочешь преобразиться или спасти эти развалины? Выбор за тобой. Вечно на плечи самых малых ложится судьбоносный выбор. Весь этот пепел кожи его, труп черва разлагается вечно. Благостно, грустно. С уходом таких, как он, мир стал меньше. Не надо ошибаться, я сам не червь. О, слишком мал я. И конечности не занимать, и дара предвидения у меня нет, как у них. Да тихо, уединение. Блин, меня бесит, что каждый раз приходится открывать. Уединение, сюда забрался я, подальше от плюющихся чудовищ. Да, так высоко, подальше от простых умов, растленных светом. Их единение другого толка. То отрицание порядка, что хотел даровать червь. Я противлюсь соблазнам света. Он предлагает единение, но лишает разума. И остаются лишь инстинкты. Уже уходишь? А я пока посплю, хоть нынче грядит так тревожно. Слава богам, он закончил. Ну, вот как-то так. Так, сейчас мы... Ну да. Эй. Отлично. Главное не просрать эти две жизни перед боссом. Ого, это было близко. Так, да. Чё вы там обсуждаете? Кто чё видит? Аркабус, харе с этими намеками. А, чё ж ты пропала-то, блин? Ну ладно. Обидненько. Так, ну дай бог, чтобы мы победили. Единственное, но... Подожди, что там с амулетами? О,
Угадайте, у кого связь красная, несмотря на поменянный на перерыве сервер? Блин, бесит, я не знаю, что это такое, короче. Ну, чит грез. Штука, конечно, интересная. Ну, это не там. Даже не знаю. Да чё ты докопалась до меня, мразь? Так, вниз. Да в смысле? Ой, блин. Знаешь что? Ну-ка, подожди. Вот они, этот портал души. Если чё. Давай. Это я зря. Блин, я, по-моему, немножко не то, кстати, включила то, что хотела. Ай-яй-яй, это я зря опять же. Да, я не то включила, блин. Ну ладно. Чё уж поделать. Тварь. Вот его надо бить, когда он крутит вот эту хрень свою. Да, я не то поставила, что хотела. Я хотела усилить силу клинка, а я поставила вот эту хрень, которая отбрасывает. Видишь? Я их постоянно путаю, не знаю почему. У меня просто вот этот амулет, который делает вот этот отскок, отброс, он у меня ассоциируется со шмоткой, которая наоборот увеличивает удар, а не отталкивает. Это, конечно, обидненько. Да бляха. Да что ж я делаю-то? Мне бы, конечно, его бить, когда он, я говорю, крутит эту хрень, но... Ну, блин. Лечение иногда в приоритете. Да ебать. Так неудобно еще передвигаться. Мало того, что у него щит еще. Который, блин, надо учитывать. Короче, долго это все будет. И, скорее всего, я все равно просру в итоге. Да, блин, бесишь. Мне нужно немножечко. Не успела. Не успела. Еще игл становится больше, и у него два щита теперь. Сучий потрох. Не, хана мне.
посмотрели на это дерьмо. Ну все, 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 все плохо. Все. Нет. Это не вариант. Пипец. Нет, сейчас, блин, я протупила с этим вот амулетом. Я что-то. Я постоянно думаю, что он увеличивает силу, а он ни хрена не увеличивает. Он просто делает отскок. И он мне на этом боссе вообще не алё. Так, ладно. Вот, кстати. А, нет, не то. Надо убрать компас и попробовать поставить такую же хрень. Есть способность, стреляющая вверх, у медуз лежит. Где? Хм. Это она бы, кстати, помогла. Блин, мне бы телепортнуться, конечно, туда, но что-то не хочется душу тратить. Единственное, что в этом щите паскудного, он очень отвлекает. Серьезно? Не, этот босс реально сложный. Очень много элементов на экране, за которыми нужно следить. За своим щитом, за иглами, за его щитом, блин. Тяжело. А потом игл-то еще больше становится. Ладно, два щита уже, как бы, понимаешь, проблемно. А еще же, блин, и игл становится больше. Вот это еще паскудно. Это еще неприятненько. Так, так, так. Ай, задел все-таки, гадина. Это я случайно. Ну вот. Это я зря сейчас сделала. А, у него уже второй щит попер. Да бляха, я-то думал. Много зачем нужно следить? Глаза косеют, блин. Надо больше времени тупо тратишь на уворот от этих сраных игл. Ему надо как-то так урон пассивно, что ли, наносить. Это всего лишь две сраных иглы. Ну, вы поняли, что я хочу сказать. Второй уровень, мать твою. Не третий даже.
зачем я это делаю? Ну давай, отчаливай. Шаг назад. Точнее, шаг вперед, два назад, блин. Я еще иногда по своему щиту бью, вместо того, чтобы попасть по врагу. Это вообще смешно. Не. Щит, конечно, иногда помогает. Но, блин, не настолько. Все, хана. Не-не-не, бесполезно. Надо как-то понять, как удобнее его мочить, так, чтобы у тебя все силы твои не уходили на то, чтобы... Уворачиваться только. Надо же не только в ворота, надо и в атаку, хотела сказать я. Никогда. Никогда меня еще не побеждали в битве. Я вижу себя все еще спящего. Как долго я лежу тут? Тут на краю света никто не смог найти меня, кроме тебя. Воины, рыцари, короли, даже само время. Все они не властны надо мной, только ты. Ты есть тьма? Иди и поглоти меня. Окей. Да! Деточка. Мы можем к мухе-цокотухе сказать. Тело воина с щитом и гвоздями. Мать твою. Это было близко, да? А я думала, третья стадия. Блин, у всех боссов есть третья стадия, блин. А тут взяли... О, не помирать. А тут взяли и нет. Окей. Ребятки, связь красная. Я вас поздравляю. Я все, я закончилась. Я не знаю, с чем это связано. Либо все сервера резко нам не подходят. Либо я не знаю. Надо сходить к этой самой. К скамейке. В смысле, еще 50 и все. А, там 1200, да, до какой-то чего-то там. А где еще 50 получить? Где-то есть какой-то призрак, которого я еще не поглотила, там еще что-нибудь. Я помню, есть очень мерзотное место, где чувак, помните, своих собратьев защищает. Но там, если кого-то тюкнешь, то он сразу тебя просто укакашивает. Укакашивает. Ну, вы поняли. Ну, там, да, там только это и слово и подходит, мне кажется. А, так, примерно не туда я пошла. Дальнейший план действий — дойти до сохранения. Поменять амулет. Блин. Я, по-моему, уже не туда иду. А, не, нормально, иду. Нормально. Хорошо. И сходить к цехотухе. 1000 души у нас есть. Вот прям даже не знаю, ставить его или нет. Вроде он нам сейчас реально не, в некоторых местах прям помог. Ну, сложно сказать, насколько, честно говоря. Там просто тебя убьют и все. Там это где? Конкретика, пожалуйста. Я не могу читать мысли. Не, ребята, это значит не роутер, это значит что-то другое. Причем я так скажу, это не роутер и это не интернет. Мой, по крайней мере. Потому что... Вне стрима все хорошо.
Это что-то значит с серверами Твича. Может быть, я выбираю какие-то такие, которые нам не подходят. Но я уж какие только не ставила. И ближайший самый ставила, и рекомендованный ставила. Я не знаю, что им надо, этим серверам от меня. Что-то идет не так. Почему раньше все хорошо было с тем и с другим, а сейчас вот внезапно вот так? Что вдруг поменялось в этой жизни? Так, мне нужна муха. Муха у нас где? Подожди, господи, вон она. Так, значит, налево, наверх, блин, опять через этот странный колизей. Что поделить? Слушайте, а мы сейчас уже можем в бездну сходить или что, или как? Ну, то есть за той белой фигней, которая должна стать черной. Или я... Или у меня еще нет чего-то для этого? В поддержку кого, Твича? Ну, он скажет, что, ну, коль вы стримите с УБС, переходите на XSplit. Поддержка, вот, где бы она ни была, в провайдере, на Ютубе, где угодно, никогда они ничего нового не говорят, одно и то же. Обновите то, обновите это. Проверьте свой интернет, это не у нас, это у вас, это вы дебилы. Никогда за всю мою жизнь техподдержка мне ни с чем не помогла. Ни одна, нигде. Она говорила одни и те же шаблонные фразы. Девочки, которые там сидят, в этой поддержке. Потом, когда я говорила, мол, женщина, вы в курсе, что вы мне говорите одно и то же, а я вам говорю то, что как бы мне не нужно знать, потому что я это уже знаю, и моя проблема состоит в другом. Они говорили, сейчас, секундочку, звали мужика к телефону. Он начал, в принципе, повторять то же самое, только высокомерным тоном и другими словами. Типа, женщина, ты тупая, что ли? Все же просто решается. И когда я ему говорила то, что как бы нет, он начал говорить, ну, это что-то у вас, короче. И все заканчивалось тем, что я говорила, ясно, спасибо, до свидания. Зачем я иду в эту сторону? Я так понимаю, единственным способом нашего выживания будет просто частый перезапуск стрима. Пока вот это вот все каким-то образом не выправится. Перезапуск и попутно еще... Господи, что я делаю? И попутно еще смена серверов. С поисками лучшего. Так, куда я хотела? Я хотела к цехотухе. Как я хотела к ней попасть? Я хотела наверх. Блин, а чё ж я подумала, что мне вниз? А, ну наверх, да, все правильно. Чтобы попасть наверх, нужно попасть вниз. Логика железная. Ну, подгрузки, да, классика, классика. Не, ребят, значит, это не роутер. Это что-то другое. Я не знаю, что... Я скоро буду плакать. Я так и знала, что не поможет. Я так и знала. Я так и знала, что эта проблема останется. Покупай новый роутер за несколько тысяч. Не покупай.
Одна и та же хрень. Гвоздиночица вернулся, дай посмотреть на твой гвоздь грез. Гвоздь грез так ярко светится, бла-бла. В смысле тысяча сущностей? У меня же есть. И полностью старыми воспоминаниями, красивыми, неправдоподобными, бла-бла. Женщина-то упала, что ли, вообще? Есть же, вот же ж. Тысяча сущностей, мать. Алло, 1150. Слушайте, может это баг? Потому что, я говорю, я к ней за кадром пришла, у меня не было тысячи сущностей. У меня не было тысячи сущностей, и она мне все равно что-то дала. И она, ну, собственно, дала мне вот этот портал. Вот этот вот. Может быть, она мне дала его раньше времени, потому что забаговала, и теперь мне нужно собрать 1200, чтобы вот получить то, что сейчас выдается за 1000 или что? Еще квест с цветочком. Пронеси нежный цветок, ни на кого не наткнувшись, через полкарты. Кстати, да, я про него вообще забыла. Где он получается? Я даже не помню. Так, ладно, давайте хотя бы поймем, что нам делать сейчас. Потому что я как бы не знаю. Квест с цветочком, как бы фиг ты ж с ним. Не принципиально. Смена провайдера. Ну, а зачем мне менять провайдера, если он, в принципе, работает нормально? Я говорю, у меня такая проблема с вот этими, со всеми. Только на стримах. Ребят, чего вы начинаете опять чушь городить? Так, что делать? Баба что-то не дает мне цокотушное. То, что мне нужно. Не знаю, может быть, она мне это дала уже раньше, чем надо. Может, забаговала. Надо сходить в сад королевы, поговорить с НПС, он даст тебе кусок. Второй находится во сне мертвого белого рыцаря, для этого нужен пробужденный гвоздь грез. Для этого нужно 1800 сущностей. Блин, серьезно? Может, пойдем так получим концовку, а? К черту ее, эту истинную. Мне западло получать 1800 сущностей. Я не хочу. Может, на ютубе дружно посмотрим? Ну, 1800 что-то как-то многовато. Способность. А, кстати, да. Где она там? У медузок, да? Вот здесь вот где-то. Задержка увеличивается. Ну, я не сомневаюсь. Ну, пойдемте попробуем к медузкам сходить. Или призрак в гробнице. Я не помню, где призрак в гробнице. Какая гробница? Да, ё-моё. Не, Ром, методом тыка я так уже прихожу к выводу, что эта проблема была только на стриме. Видимо, после стрима оно там что-то втыкает, потом нормализуется. Но провоцируется это все стримом, БСом вообще. Твич сегодня в целом лагает, да? А, ну, может совпадение? Блин, что за сраные совпадения? Мне не нравится это. Честно говоря, я просто хочу закончить. Мне хочется истинную концовку получить, но, блин, 1800 или сколько там, 1200. Где вот получить еще 50? И почему цокотуха залагала? Почему она мне дала способность портала до того, как я ей принесла 1000 сущностей? Может, я ей принесу, когда... И она мне ничего не даст, понимаешь, потому что она залагала. Ну, нижний в туманный каньон, это слева от медуз. Хорошо, идем. Сейчас, вот он, туманный каньон.
Вот, вот здесь вот что-то, да? Надо налево. В верхнее лево или в нижнее лево? Ребят, про задержку говорить смысла нет, просто потому что и так понятно, что она есть, потому что связь красная, и она так или иначе потихоньку будет увеличиваться. Но это уже точно не у меня, серьезно, потому что роутер куплен новый, интернет у меня нормальный, потому что вне стрима все прекрасно. Я вам отвечаю, все, я все, что могла, сделала. А, о, ворота открылись. А, о, сейчас... Сад королевы будет, да? Так, сейчас, секундочку. Я кошечку выпущу, ладно? Сейчас, минуточку. Сейчас, ой, нет, подожди. Нет, нет, выйди, выйди, выйди отсюда. Там у меня кошки бесится. Сейчас, секунду. Минутку, подождите. Пойдемте. Тебя слишком много может, в смысле. Во, сады королевы. Нет карты. У, новая зеленая локация. Уи. Новые боссы ждут нас. Да, ё-моё. Ой, не нравится мне это. Скамейка ближайшая где? Это мы сейчас попадем наверх, да? Да. Курган замечательно. Ясно, понятно. Подождите. А, улучшенные боссы, точно же. А где у нас был оставленный вот улучшенный чувак? Курган сходить. О, здравствуйте. Сходи, пожалуйста, в зеленые тропы. Найди там Шею, поговори с ним и радуйся награде. А где именно он стоит? Везде, где были старые боссы. А я типа помню, да, где они лежали там. О, кстати, там наверху что-то валяется. А. Ясно, понятно. В той пещере способность была с черепами. Я не помню, где это! Мир, блин, огромный. И вы что, правда помните, как... Какую-то пещеру с черепами. Точнее, думаете, что я ее помню. Пещера с черепами, блин.
Все сразу встало на свои места. А-а-а. Перерожденный сосуд находится в левой части карты в горах. Этот, который от грязи, то слева, вот там. Поврежденный, точнее, сосуд. Ну, потом туда, значит, сходим. Мне сейчас сказали зайти в зеленые тропы и найти Шео. Вопрос. Где Шео? Ой, это вообще, я не помню таких уже. Заросший курган. Что? Заросший курган, в который я только что зашла, из которого вышла в Туманном каньоне? Вы что, стебетесь, что ли? Я только что там была. Иди, говорит, в зеленые тропы. Чатик. Вот так, знаете. Я так скажу. Такие моменты очень сильно отбивают желание играть. Вот прям очень сильно. Если я сейчас приду в зеленый, в этот заросший каньон обратно, и вы мне скажете, что я зря ушла с зеленых троп, потому что мне нужно было там остаться, я не знаю, что я с вами сделаю. Нет, Кэти, все есть, все плохо. То, что писал Данчик, я уже вслух прочитала. И он писал не про это, а про другое. А? Да, слышь. Причем это все задержка. Какая к черту задержка? Шел разговор, то что сходи в зеленые тропы. Фраза. Сходи в зеленые тропы, там стоит Шео. Через 5 минут, блин, ой, блин, простите, заросший курган. Это не связано с тем, была я в нем или нет. Суть в том, то, что была четко сказана фраза. Сходи в зеленые тропы. Чувствуете разницу? При чем тут задержка? Задержка на сказанное не влияет вообще никак. Ой, блин, опять. Ой. Данчик, нет смысла мне писать на 20 боссов вперед, потому что...
пока я тут буду вошкаться, я про половину написанного тобой забуду. Что, где находится, как туда попасть? Поступательно, пожалуйста, информацию. Потому что, когда вы начинаете меня грузить, это ничем хорошим не заканчивается. Потому что сходи туда, сходи сюда. В итоге я не понимаю, куда вы хотите, чтобы я сходила, потому что один говорит одно, другой говорит другое, третий говорит третье, и причем говорит неправильно. Бесите, ребята, иногда очень сильно. О, смотрите. Быстро нажимайте Б, удерживая вверх, чтобы выпустить духов. Аллилуйя, господи. Услышь меня. Ясно. Вопрос. Мы сюда ходили за этим? И где Шео тогда? Ребят, то, что связь дурная, мы уже давно поняли. Давайте мы можем закончить стрим и пообсуждать это в чате еще следующие часов 10. А можем перестать на эту тему разговаривать. У меня вопрос. Мне сказали, сходи в зеленые тропы за Шео, он даст тебе награду. Потом оказалось, что это не зеленые тропы, это курган. Мы в кургане. Вопрос, где Шео? Потому что это была просто способность. Это был не Шео, это был не непись, которая с нами поговорит, которого мне пророчили. Значит, это не он. Правильно? Правильно. Вопрос. Где Шео? Пока я отсюда не ушла в очередной раз. Окончательно, я имею в виду. Ну, Севен всегда горит, когда чатик начинает чушь пороть. Короче, давайте, пользуясь тем, что серия и так уже жирная для Ютуба, остановим ее. Поэтому, Ютуб, спасибо тебе. Чатик что-то вообще не очень сегодня. Ну да ладно.